У аварии под Могилевым загинул пассажир легкового автомобиля, 24-годовый жихар вёски Межисетки. Дорожно-транспортное здарение отбылось на автодорозе Минск-Могилёв. Автомобиль «Альфа-Ромео» съехал с дороги и урезался у огороджу. На думку инспектора, причиной аварии стало превышение хуткости. До того ж, отзначили у ДАИ, водитель не улучшил умовы надворья и, как выник, не справился с кированием. По факте дорожно-транспортного здарения и смерти человека заведена криминальная справа.